Если вы любите слушать русскую музыку, хорошо в ней разбираетесь, а еще азартный человек, значит, следующий репортаж для вас. 29 апреля на одной из радиостанций, которая входит в наш большой медиахолдинг, стартует розыгрыш. Об условиях участия в конкурсе и, конечно, о том, какой будет приз, рассказывает наш корреспондент. Это национальная радиостанция России, использующая в своем эфире музыкальные произведения только на русском языке. Красивая музыка, рейтинговые программы делают русское радио одной из востребованных радиостанций в нашей стране. В числе наиболее популярных среди радиослушателей в Твери считается стол заказов, где скоро состоится розыгрыш сертификата на обучение в государственном учебном комбинате на Дурмановском. Для этого необходимо вовремя настроиться на нужную волну 106 FM и внимательно слушать ведущих. Как же выиграть сертификат? Очень просто. 29 апреля звоните в стол заказов с 14 до 15.00, отвечайте на наши вопросы, и вот вы победитель. Медиагруппа «Тверской проспект» давно сотрудничает с государственным учебным комбинатом на Дурмановском. На этот раз перед майскими праздниками мы подготовили совместную акцию, победителя которого ждет удивительный приз. Государственный учебный комбинат разыгрывает сертификат на профессию тракториста категории БЦ. Мы знаем, что это востребованная профессия в Твери и Тверской области. Тверской центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров «Росавтодора», работающий под брендом «Государственный учебный комбинат» на Дурмановском, предлагает обучение по всем существующим категориям. А еще сейчас действует акция на бесплатное обучение на водителя-погрузчика, машиниста-бульдозера, экскаватора и на категорию «А». Квадроцикл, снегоход, при обучении на трактор Б, С, Д, Е от двух категорий. Учебный курс состоит из теоретической и практической частей, полностью соответствует требованиям гостехнадзора. В арсенале комбината учебные классы, а для практических занятий собственная площадка. По окончании учебы выпускник сдает экзамен, его принимают сотрудники гостехнадзора и получает свидетельство об окончании государственного учебного заведения. Помимо учебы с нуля, желающие могут также повысить свою квалификацию, получить дополнительную специальность. Адрес: Тверь, Дурмановский переулок, 23, телефон 52 25 47.